Приморцы могут приобрести продукты по доступной цене в рамках различных краевых социальных программ. Количество торговых точек, участвующих в акциях, постоянно увеличивается. В данный момент к списку присоединилась еще одна крупная федеральная торговая сеть. Недавно присоединилась очень крупная сеть общероссийская, которая достаточно популярна в Приморском крае. Порядка 53 магазинов торговых точек находится по всем муниципальным образованиям Приморского края. И та именно первая... Тот проект, в который они вошли, это «Приморская лучшая». То есть, что оно подразумевает? Наценка не более 15% и именно тот товар, который должен производиться только в Приморском крае. В магазинах, которые стали участниками краевых программ, реализуются товары с минимальной торговой надбавкой. Это мясные и молочные продукты, крупы, чай, овощи. Мы не первый год поддерживаем социальные программы, которые инициирует правительство Приморского края. Буквально как только они появились, мы сразу включились в процесс и охотно поддерживаем эти социальные программы, как, например, «Доступное Приморье», «Приморское лучшее». Более того, они отлично соотносятся с нашей философией. Это предоставление широкого ассортимента товаров по доступным ценам. Все акционные товары обозначены специальными ценниками. Так, например, в рамках акции «Доступное Приморье» килограмм курицы 110-140 рублей, литр молока 65-73 рубля, картошка 35-50, сахар 75-85, гречка 55-60 рублей за килограмм. Я могу сказать, что да, пользуется спросом, потому что цена отвечает качеству заявленным требованиям. Социальные программы «Приморское лучшее» и «Доступное Приморье» инициированы губернатором Олегом Кожемяко. В акциях участвуют крупные торговые сети, а также магазины несетевой розницы. Их цель – обеспечить жителей края основными продуктами питания по социально ориентированным ценам. Анна Дьякова, новости на Восьмом.